Здрасте, друзья, всем привет, и у нас обзор Гран-при Монако. Куча боли, куча унижения, буквально нас посадили вот на эту самую хреновину, именно так прошел этот этап. В принципе, это и ожидалось. Вообще, к этой гонке мы готовились довольно-таки пессимистическим настроем. Сначала я думал о том, чтобы потренироваться побольше, скажем так. Но в итоге было решено проехать как можно раньше и просто забыть весь этот дикий ужас. Начнем мы, друзья, со свободных заездов. Освоение трассы было пройдено, ну, можно считать, на отлично, с учетом того, что это Монако. Контроль резины тоже удалось выполнить, квалификационный темп нахер, ЕРС хорошо прошло, экономию топлива выполнить на фиолетовый не удалось, потому что топливо на этой трассе, если в обычном режиме двигателя ехать, жрется очень сильно, если ехать на необогащенке, то в принципе ничего страшного, можно ехать. Ну и стратегию на гонку мы тоже прошли. Ах да, нас же ждала дождевая гонка, точнее старт гонки обещал быть в дождь и потом ехать по суху. А в свободных заездах, между прочим, я занимал 7-е место, и это был очень крутой результат, и я думал, блин, а может быть вжарим, а может быть все будет хорошо. По крайней мере, появилась такая мысль, и захотеть выйти в третий сегмент тоже внезапно захотелось, потому что старт гонки у нас-то пройдет на дождевой резине, и правило вот этих комплектов, то что на чем выходишь во второй сегмент, на том и стартуешь, оно не работает. Потому что в Монако стартовать на софте, когда у тебя машина средней группы, это, считай, провал. Короче говоря, переходим мы к квалификации, и после первой попытки я 2 круга попробовал там проехать. Трасса в Монако позволяет проехать 2 круга на одном комплекте, и заряда ЕРС тоже хватает подряд именно 2 быстрых круга в квалификации, потому что трасса короткая. Мы занимали 13-ю строчку, и это было довольно-таки опасно, поэтому пришлось ставить новый комплект и ехать на еще одну попытку в первом сегменте. Первой попытки, кстати говоря, хватило бы, как оказалось, потом на то, чтобы поставить время пройти во второй сегмент, но уже ладно. Проехали мы с улучшением, и в итоге 12-ю строчку мы заняли по итогам первого сегмента. Неплохо. Во втором же сегменте, опять-таки, была попытка в начале, но уже на старых шинах проехать, и она, разумеется, не увенчалась успехом, 16-я позиция была, поэтому надо было ехать улучшаться хоть как-то, и с большим улучшением мы проехали еще одну попытку, и по итогу заехали на 9-ю позицию. И выходим мы в третий сегмент. Но, как я уже говорил, у нас ждет дождевой старт. Соответственно, правила не действуют. Чем выше стартуем, тем лучше. Ну и, конечно же, третий сегмент в итоге. Тут, опять-таки, была поставлена попытка проехать это все дело на убитых шинах. Просто установочное время поставить. Я, честно говоря, даже не знаю, в какой был в этом смысл. Но я привык так делать просто. Довольно-таки старая привычка. Но ничего с этим не поделаешь. В общем-то, мы проехали установочный круг. За 10-ю строчку, отставая, наверное, секунды на 2, там, я, честно говоря, уже не помню. От 9-го места, соответственно, улучшаться надо было очень сильно, прям капец как сильно, прям очень сильно. И, соответственно, на совсем свежих шинах улучшиться мне уже не удалось. С 10-го места мы, собственно, и будем стартовать. Вообще, меня хватало, скажем так, на один быстрый круг поставить, то есть темп был, можно было быстро ехать, а вот 78 кругов гонки проехать, вот это уже на самом деле большая проблема, потому что это тяжело для мозгов, тяжело для глаз, тяжело для координации, плюс гонка всегда идет с одним питом, даже попить, скажем так, возможности особой нету. Короче, нас впереди ждут боль и страдания. Ай, мы же еще и в дождь стартуем, ё-моё, да. И вот она, друзья, Гран-при Монако. День гонки наступил. Опять-таки, это все дело было на стриме. Ссылочка сейчас вот сверху, он там он появится. И в начале, кстати, там на квалификацию, если что, была ссылка, я, наверное, не сказал об этом. У нас мокро, 20 градусов трек. По планам ехать с одним пит-стопом, то есть, как только заканчивается дождь, перебываться в хард, в медиум или в софт, в зависимости от того, сколько нам останется ехать, если прям чуть ли не сначала, то можно на харде до самого финиша просто чилить и все. Чем меньше пит-стопов, тем лучше, потому что обгонять здесь нельзя. На этой трассе обгонов нету. Их вообще практически нету. То есть можно на Мерседесе обогнать Вильямс. Но бороться в средней группе, ну это прям вот, ну вообще вот, ну такое себе, прям вот, ну вообще. И на начало гонки были довольно-таки хорошие перспективы заехать в очки, потому что стартуем мы 10-й, если мы не всираем старт, то даже если мы едем медленнее всех, кто позади, мы просто возим за собой паровозик. Соответственно, дождь заканчивается, все одновременно едут на питы переобуваться и выезжают позади меня, и мы продолжаем возить за собой паровозик. Да, вот такой вот
был гениальный план. На самом деле он даже мог сработать, если бы не одно но. Но об этом попозже. Давайте сначала по стартовой решетке. У нас первый Боттас, второй Леклер, третий Хэмилтон, четвертый Феттель. На пятом месте у нас Даниэль Рикьярдо, на шестом Алекс Албон. Нету Ферстаппена. Ферстаппен откатился на 14 место, а я поднялся на строчку выше. Как-то, знаете ли, очередной гран-при Монако, который Тапок мог выиграть, и он его опять-таки просрал. На самом деле, лучше бы я стартовал 10-м, потому что 10-й это внешняя сторона в первом повороте, и по внешней стороне там можно проходить соперников. По крайней мере, на старте. И вот, друзья, самый прикол, который у нас попался. Ладно, мы сейчас проедем старт, и я обращу на него ваше внимание. Стартанули мы не очень хорошо, потому что опять-таки скользко, на внутренней мы ничего не смогли сделать, а Ландо Норрис по внешней стороне сумел отобрать у меня позицию. Мы откатываемся на 10 место, но все равно это потенциально очки, но не тут-то было. Самый внимательный зритель увидит, что у нас на колесах красные ободки. Это значит, что мы стартовали на сликах, и соответственно, несмотря на дождь, трасса была подсыхающей, держак в принципе был, было скользковато, но держак был. Соответственно, гонка не была дождевой, не было вот этого вот правила дождевых шин, что ли. И, соответственно, работало правило выхода из второго сегмента, правило вот этих шин. И, соответственно, мы стартовали на убитом софте с 9 места на слабой машине. То есть для нас по тактике гонка была проиграна просто на старте. А еще господин Максим Йосович Ферстаппен с 14 места в первом повороте добрался до 11-го, сразу же всех попроходил и уперся в меня. И мы, друзья, сразу же перемещаемся на 11-й круг, потому что, по сути дела, в гонке до этого времени ничего не происходило. Группа впереди меня уехала далеко впереди меня. Сзади меня прессовал Максим Йосович, как бы выбора у него не было. Я не представляю, как сильно у него там бомбило. Но раз мы на этом круге оказались, то что-то должно было обязательно произойти. И да, именно на этом круге произошел первый крэш и первый флешбэк. Но так как у меня их к Монако накопилось там порядка 9 штук, то я в принципе не особо сильно парился. Раз 11 кругов мы смогли продержаться, значит все нормально. Далее мы перемещаемся на 18 круг, и это у нас круг заезда в боксы, круг пит-стопа. Что самое хорошее было в этой ситуации, то что Тапок заезжал вместе с нами, значит мы перебываемся вместе с ним, и значит выедем мы вместе с ним, то есть он выйдет позади нас, и дальше будем его за собой катать. Так, по крайней мере, думал я до того момента, пока не увидел, как быстро действуют механики Red Bull. Да, они опять показали себя во всей своей красе. Не зря у них рекорды скорости по пит-стопам держатся давно, и никто не может их перебить. Но разве что Вильямс. Да, кстати, Вильямс очень быстро обслуживает машины и борются с Red Bull'ами за премию быстрых пит-стопов. Ну, короче говоря, я не знаю вообще, как это произошло, но Тапок выехал впереди нас, а мы выехали на последнем месте. Даже позади Вильямса, даже позади Латифи. Я, кстати, решил переобуться в хард, а все остальные, кто был на тактике одного пита с софта, переобувались в медиум. Я, по крайней мере, боялся немножко, что не хватит медиума, и решила быть хард. Но, в общем-то, мы выезжаем далеко позади всей группы, и нам нужно их догонять. На 26-м круге случилась довольно-таки неприятная вещь, и бамс, короче, я немножко задел антикрыло, и оно немножко испортилось. В общем-то, не настолько сильно, чтобы использовать флешбэк или ехать в боксы, но, в общем-то, удар был неприятный, крыло немножко надломалось. Но вообще, суть в чем? К этому времени мы догнали Вильямс. И ситуация была относительно паршивой. Вильямс от всех отставал, ехал медленнее, чем впереди идущая группа, и пройти его не было возможности. Если бы он был один, возможно, с крылом, со всеми выжатыми кнопками, с пятой попытки, но удалось бы его пройти. Но у Тапка его пройти шансов толком не было, потому что, опять-таки, трасса необгонная, боты не настолько умные и, в общем-то, не могут здесь обгонять. Даже Тапок на свежих шинах, даже Вильямс, который на старых шинах. А мне, соответственно, нужно обгонять Тапка, потому что... Ну, это логично, он едет передо мной. Но Тапок с крылом, со всеми выжатыми кнопками, пытающийся обогнать Вильямс, короче, мне он не по зубам. И вот так вот грустно, теперь Вильямс возит нас за собой, и мы ждем, пока он не уедет переобуваться. На 29-м круге у меня в зеркалах уже показалась красненькая Феррари, и вроде как я здесь его попытался пропустить, но он решил меня пнуть.
И сзади также подъехал Албан, который они вместе с Фитилем стартовали на медиуме, соответственно, у них был тоже поздний пит-стоп, поэтому они были лидерами гонки какое-то время. Это, кстати, довольно-таки выигрышная стратегия была. У меня сразу же появился план. Надо как-то стать за ними, и когда какой-нибудь Ферстаппин или Вильямс будет их пропускать, проскочить вместе, то есть прям вплотную, прям, ну, в общем-то, я иногда так делал, и это могло сработать. Пропускали они, кстати, их только на 31-м круге, и Тапок решил забороться с Албаном. Они ехали бок о бок несколько поворотов, и это вот так вот пропускают круговых. Хотя я могу понять Тапка, знаете ли, чтобы Албана пропускать на круг, это, да, его самолюбие было явно пошатано в этот момент. В общем-то, в данной ситуации мой план не сработал, я вместе с Албаном там заехать никак не смог, все-таки очень узкая трасса. На следующем же круге, на 32-м, к нам уже подъехал Боттас, я его пропустил, и, соответственно, Максим Йосович воспользовался возможностью, которой я хотел воспользоваться, и он прошел Вильямс. Сзади, кстати, еще был и Шарль Леклер, и его надо было где-то пропускать, но суть вообще не в этом. Тапок прошел Латифи, и, соответственно, он умчался вперед, оставив Латифи мне, и у меня же уже была возможность его пройти, надо было лишь подготовить атаку и воспользоваться, не знаю, всей ситуацией, прожать все кнопочки и так далее. И уже через круг, на 33-м круге, я начал готовить свою атаку. Для меня обгонное место здесь было одно, это в конце старт-финишной прямой, соответственно, мы на нее вылетаем, ДРС, обогащенка, обгон, все просто было выжато, и, может быть, не очень честный обгон, тут небольшая срезочка произошла, но мне ничего не показали, я имею в виду никаких штрафов, никаких предупреждений не было за этот маневр, в общем-то, Вильямс позади, надо догонять впереди идущую группу. Далее следующие круги не происходило, ровным счетом ничего. Правда, было много крэшей, которые я решил не вставлять, а также мы еще раз пропустили Албана на круг. Некоторые крэши были серьезные, некоторые не очень, в общем-то, ну, такое себе. Основной целью нашей было пушить вперед и пытаться сократить отставание от группы. И основным нашим ориентиром были альфы. Точнее, не ориентиром, а основной целью, потому что те, кто были впереди альф, нам достать было просто никак. Магнусон там чуть-чуть впереди, мы до него не успели, выехал. В общем-то, главное, что было по итогу, это то, что мы прошли две альфы. На 54-м круге Кими выехал уже позади нас. У нас это, собственно, был ориентир. Мы смотрели там, пытались сократить расстояние до 13 секунд хотя бы, которые теряются на пит-стопе. Соответственно, все разговоры с инженером были буквально на эту тему. Где Кими? Сколько Кими? И как вообще, что происходит? В итоге удалось. Мы заехали по факту на 16-ю позицию. И по факту это максимум, который можно было достичь в этой гонке, ну плюс еще, если кто-нибудь сойдет, то тоже может, в общем-то, уступить нам позицию, но никакой речи об очках идти не могло. До 57-го круга. На 57-м круге проходит первый сход, у нас сходит Ландо Норрис и выезжает машина безопасности. Все время, которое мы ехали до боксов, мы думали, заезжать на пит или не заезжать, то есть была идея, а будь софт, выехать на последнем месте, правда, за нами еще Латифи был бы, потому что там был большой отрыв. И уже на свежем софте попытаться отыграть как можно больше позиций. Потому что 16-е это все равно не очки, по сути дела мы ничего не теряем. А тут попытка не пытка. Заодно, кстати, можно поменять крыло было, потому что оно было порядком подушатанное, я тут стены пособирал, дай боже, нормально. И с одной стороны, этот план был довольно-таки неплохим, довольно-таки, да. Опять-таки, у соперников, но вряд ли они сильно изношены, эти харды, конечно, потому что хард здесь может, наверное, всю дистанцию проехать без проблем. Но все-таки харды, а у меня свежий софт и возможность побороться, потому что мы смогли обогнать Вильямс на этой самой прямой. И все, в принципе, было бы хорошо, и опять-таки, если бы не одно но. За то время, пока мы были на питах, нас успел обогнать Боттас на второй круг. И, соответственно, между машиной безопасности и моей машиной был Боттас. А машина безопасности, как известно, ждет лидера гонки. Он должен быть первым, кто будет, соответственно, возглавлять пелетон. И в итоге мы попадаем в ситуацию, когда абсолютно все, кто будет за нами, будут обгонять нас на круг. То есть мы не просто на последнем месте, на предпоследнем, ладно, но Латифи не считается. Мы в круге позади от всех. И на этом гонку можно считать проигранной.
просто в корне, потому что отыграть круг это невозможно, тем более, когда их нужно пропустить под синими флагами всех. На 61-м круге проходил рестарт гонки, и, собственно, у нас была одна возможность только все исправить, это пройти Боттаса, причем пройти сразу же и оторваться от него на несколько секунд. И знаете что? Опять-таки, может быть, не очень честно, да, тут уже предупреждалку мне дали, предупреждение за срезку, но я прошел Боттаса. Я прошел лидера гонки в Монако. Твою мать, что это вообще было за такое? Проблема была лишь в том, что мне показывали синие флаги, и, соответственно, его нужно было пропустить обратно. Да, вот такая вот ирония. Поэтому надо было от него отрываться. На 62-м круге мне не удалось от него оторваться больше, чем на секунду, увы, и было решено его пропустить. Но тут мне решили сразу же влепить штраф 5 секунд. В общем-то, за всех остальных, пока я тоже тужился, пропускал, мне влепили еще 2 штрафа по 5 секунд, итого у нас было 15 в сумме. И даже от позади идущего Латифи оторваться, в принципе, на 15 секунд было невозможно, потому что он шел в самом конце этой группы, надо было пропускать абсолютно всех на круг, да. И пропустив весь пелетон вперед, зная, что мы уже в любом случае финишируем на последнем месте, было решено попробовать поставить быстрый круг. И на 66-м круге у меня была попытка его поставить, но там не хватило нескольких десятых до Боттаса. Но так как мы ничего не теряли, было решено заехать на питы под конец гонки на максимально легкой машине, попробовать поставить еще один быстрый круг, потому что свежий софт, ну, в общем-то, вы все знаете. Да, кстати, на питстопе можно отстоять штраф эти 5 секунд, то есть они зачтутся, правда, один штраф на питстопе мы отстояли в 5 секунд, то есть механики ничего не делают, не прикасаются к машине, а остальные штрафы мы почему-то не стояли. Не знаю, как это работает, вообще теоретически можно было бы 15 секунд постоять, ну да и хрен с ним. И вот она, друзья, попытка поставить быстрый круг на самом последнем круге. Да, это 75-й, 78-й, но так как нас все обгоняли на круг и все такое прочее, у нас дистанция, в общем-то, 75 кругов, а не 78, потому что, да, на 3 круга, получается, меня Боттас прошел, да? В любом случае, вот не такой вот неприятненький моментик случился, но я подумал, что нет, быстрый круг надо ставить, мы заюзаем еще один флешбэк. Вроде как 5 штук я их заюзал в течение всей гонки. И я даже шел с улучшением, но Боттас ставит 14,4, и хрен его знает, сколько сейчас проедем мы. На самом деле, 1/10 не хватило мне до Боттаса, до лучшего круга, можно было бы отобрать у него одно очко. То есть по правилам, если лучший круг ставит кто-то из первой десятки, то ему плюс одно очко за лучший круг. А если кто-то вне десятки, то никому тогда очка не дают. Да, как бы странно это ни звучало. Короче говоря, у нас финиш, и эту гонку мы таки завершили, и это было самое главное достижение этого уикенда. Валера Боттас у нас победил, мы за него рады. Я не знаю, зачем мне вдруг приспичило отобрать у него очко, знаете ли, просто из вредности, что ли, как бы, да не доставайся же ты никому, как говорится, да? Ну, в общем-то, вроде как нормально все. Хэмилтон доехал на подиум каким-то образом, хотя его в гонке вообще не видел, когда мы его ни разу не пропускали даже на круг, как-то он все время на питах нас обгонял. Или я этих моментов просто не помню. Ну, как бы на тумбочку на второе место заехал и молодец. Ну, в принципе, от него другого, наверное, ожидать ничего и не приходилось. Леклер у нас тоже заехал на тумбочку, тоже красавчик. Поздравляем его с этим достижением. А то у него обе гонки в Монако, которые у него в Формуле 1 были, они прошли неудачными. Когда он ездил на Заубере, у него тормоза отказали. И он, соответственно, кого-то там, по-моему, то ли Хартли, то ли Гасли закрашил нормально так. Знаете ли, тормоза, когда в F1 отказывают, это такое себе удовольствие. А в прошлом году, уже выступая за Феррари, он воочию убедился, что тактики Феррари самые лучшие. Они не выпустили его после первого сегмента на вторую попытку, и он оказался на 15 месте и стартовал с 15 места. И, короче, когда прорывался, тоже убился. По-моему, от Абхалка, если мне память не изменяет. Но да не важно. Короче говоря, гонка завершена, мы на последнем месте в круге позади от всех, исключая Латифи, правда, но Латифи не в счет, даже мой напарник обогнал меня на круг, не знаю, обидно это или не обидно, но такое вот случается. В принципе, по факту у нас было совершено две тактические ошибки в этой гонке. Первое — это выход в третий сегмент на нашей машине, оно того не стоило, это прям однозначно. Хотя, с другой стороны, мы этот дождь ожидали и ожидали промежуточные шины на старт гонки. Я, кстати, тренировался много именно на промежутке кататься по этой трассе, но получилось то, что получилось. Ну и второе, мы очень неудачно заехали за софтом. Если бы этого не случилось, если бы мы выехали впереди Боттаса, тоже все могло случиться бы
сложиться немножко по-другому. Но это все, знаете ли, если бы докабы и так далее. На самом деле доехали до финиша и уже хорошо. У нас прошло две неудачные гонки, но впереди, друзья, нас ждет Гран-при Азербайджана. А Гран-при Азербайджана я, кстати, очень люблю. Оно на самом деле у нас уже прошло, я не буду ничего спойлерить. В принципе, квалификация и гонка, прямые эфиры у нас сохранились. Сразу могу сказать, трасса длиннющая, длиннющая прямая, обгонная, 90-градусные повороты, два места, чтобы обгонять. Интересное место в старом городе, где запросто можно убиться и остаться в стене. Но трасса быстрая, трасса опасная, трасса классная, мне очень нравится. Гонки, которые проходили в Баку последние годы, кроме самого последнего. Это всегда были самые лучшие гонки в сезоне, самые интересные по накалу событий. Там всегда такой трешак происходил, просто вообще мама не горюй. Подиумы Переса, два, кстати, два на Форс-Индии, подиумы у Переса, у Строла подиум на Уильямсе. Да, охренительные гонки были. Всегда. Кроме последнего года, да. Хотя и в последнем году там Боттас выиграл, можно за него порадоваться было. Чуть на последнем круге тоже не проиграл позицию Хэмилтону, который всю его гонку прессовал. И только благодаря круговому и ДРСу, по факту, который он получил от кругового, он смог на последнем круге защититься. По факту вот все так происходило. На самом деле все очень насыщенно, очень классно было. И у нас гонка тоже получилась интересной. Если хотите, можете вот посмотреть. Вот вам, кстати, тоже ссылочка еще на эту гонку. Реально интересная была, мне понравилось. Я кайфанул от нее, и в принципе зрители писали в чате, что гонка получилась как минимум интересная. Не знаю, удачная или нет, но интересная. От вас же, друзья, я попрошу лайкусик, потому что у меня сейчас 2 часа 16 минут ночи, я это все дело монтирую для вас. У меня день рождения сегодня, кстати. Ну, точнее, ролик выйдет, конечно, там в пятницу, когда день рождения уже прошел, а вчера, наверное, от этого ролика был стрим, посвященный всему этому дерьму. А вот спонсоры, кстати, да. Спонсоры, те, кто ранний доступ захотели посмотреть, они будут прям в этот день смотреть, так что можете меня даже с этим поздравить. Только не орите громко, да. Короче говоря, ребята, не поскупитесь. Подпишитесь, пожалуйста, на лось, комментарии вообще приветствую откровенно, да, пишите все, что вы думаете по поводу нашего прохождения, бывают иногда фейлы, но впереди классные трассы, впереди классные гонки, в общем-то, до скорых всем встреч, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилы, и всем всего доброго, пока-пока. Вы еще не ушли? А для тех, кто, в общем-то, не ушел, есть небольшой бонус, да. Короче, в чем вся фигня? На прошлой неделе было еженедельное событие в F1, и оно, опять-таки, проходило в Монако. На машинках Red Bull образца 2010 года, чемпионская машина Себастьяна Феттеля. Классическая гонка, и это, в общем-то, была гонка в Монако, на старых болидах. Сетевая гонка с реальными людишечками. И я почему-то решил в ней поучаствовать. Ну а что, у нас неделя Монако, у меня тренировки в Монако все это время проходили. В общем-то, я решил это прокатиться и сейчас я расскажу, что из этого вышло. Я не знаю, как выбирался порядок квалификации, там ты квалился, просто одно время ставил, потом шел какой-то подбор игроков, я не знаю, каким образом. В общем-то, отквалился я, по сути, на 7-е место, и это была сетевая гонка, и, соответственно, здесь было много идиотов и много крашей, да, без этого здесь абсолютно было никак. Гонка, кстати, по дистанции была на 20 кругов, по-моему. 25%, в общем-то. Раз, два, три. В общем, хо-хо, мы уже на 6-м месте находимся после старта. Видите, какой старт удачный может быть? То есть старт был не очень удачный, но благодаря крэшам всех остальных, все, в общем-то, вот так вот и получалось. Что самое интересное, в сетевых гонках нет флешбеков, потому что, ну вы понимаете, да? Поэтому убиться, ну, нельзя было, прям вот никак, прям от слова совсем, вот нельзя просто, и все. В конце первого круга впереди идущая Феррари решает ехать на пит-стоп за новым антикрылом, а какой-то впереди Red Bull, видимо, там осталась частичка Феттеля, и его, в общем-то, тоже развернуло. Плюс там еще один впереди идущий кто-то поехал на питы. В общем-то, мы выходим на третью позицию, и, по сути дела, все было бы хорошо. Вот просто доехать до финиша, просто доехать до финиша, особо сильно не торопиться, и все будет хорошо. На 7-м круге, на 8-м точнее даже, лидер, который удрал вообще хрен знает куда, решил, что для него вся гонка закончена, и он тоже убрался где-то в стену. И, соответственно, сейчас мы его проедем и поднимемся на вторую позицию. Кстати говоря, этот психопат проезжал круг где-то за минуту 11, минуту 12. У него лучшие круги были.
Я шел на третьем месте, я отрывался от всех впереди идущих, я был быстрее всех, кто позади. Тот, кто шел на втором месте, был впереди меня, тоже отрывался от меня. Так вот, я ехал на 3 секунды медленнее. Мой лучший круг в этой гонке был, по-моему, минута 15. Сейчас мы еще посмотрим это потом. Ну, короче говоря, лидер гонки убился, и мы вышли на второе место, и, по сути дела, нужно было просто проехать 12 кругов и не убиться. Да, эта гонка проходит без пита, без обязательного, поэтому просто доехать до финиша. И забегая вперед, скажу, что в принципе мне это удалось. На 42 секунды вперед уехал от меня лидер, на полминуты уехал я от третьего места. В общем-то, до хрена круговых я проходил, но благо они все были прозрачны и не представляли никакой угрозы. Так что мы завершаем эту гонку. Много сошедших, в принципе, хотя я думал, будет больше. Вообще, в Монако, чтобы доехал до финиша 15 человек, это круто, да. Ну, в общем-то, мы на втором месте завершаем сетевую гонку, причем с довольно-таки неплохим временем, как оказалось. Я, кстати, один из немногих, кто проехал гонку без штрафов, и штрафы здесь получали просто все. Но в основном это все было, разумеется, за срезки. Опять-таки, по лучшему времени можно определить примерно темп участников, и у меня он был на мое второе место. Единственное, посмотрите на темп, на лучший круг вот этого самого Шумахер-файтера, который... Да он просто психопат. Я не знаю, с какой, как он вообще смог с такой скоростью проехать эту трассу. Ах да, самое интересное — стратегии и количество пит-стопов. Посмотрите на это количество пит-стопов просто от участников и сколько вообще столкновений было. Пит-стоп нужен был только для того, чтобы заменить крыло. И те, кто 5 раз заезжали за крылом, точнее на пит-стоп, они 5 раз ездили менять крыло, потому что ну капец. И посмотрите на это гигантское просто количество срезок. Да, тут по умолчанию стояли типа строгие правила. У меня в карьере они стоят обычные. Даже я одну срезочку там получил, ну так, чисто предупреждение. Там за 3 предупреждения вроде как сразу же плюс 3 секунды. На самом деле в реальной жизни такого нету, так не штрафуют, но в общем-то да. Но количество пит-стопов, оно меня, конечно, поражает. Вообще, друзья, это было вот такое вот еженедельное сетевое событие. За него, кстати, у меня будет какой-то приз, какая-то награда, скорее всего. По итогам я занимаю 23 место и попадаю в 1% лучших, кто... Ну, правда, это на тот момент было, скорее всего, меня пододвинули. Но вообще не очень много людей будут пробовать себя в Монако. И, опять-таки, трасса сложная. Круто, я, в общем-то, очень доволен этим заездом был. Видите, в Монако не все так плохо. На этом, друзья, у меня уже точно прям все. Для тех, кто досмотрел до этого самого момента, мне просто прям интересно, а дайте знать в комментариях, пожалуйста, что вы вот досмотрели. Давайте какой-нибудь обозначающий знак придумаем, чтобы знать, сколько нас. Вот просто интересно. Давайте придумаем, например, слово «медведь». Если ты досмотрел до этого момента, не поленись, пожалуйста, напиши слово «медведь», а можешь еще просто другой комментарий какой-нибудь написать. На этом у меня уже прям вот точно все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.